Дорогие казахстанцы, 7 ноября 2019 года меня собираются судить. Судить за то, что я знаю свои права и активно их отстаиваю. Этот суд не только надо мной. Этот суд над всеми нами. Суд над народом Казахстана. Нас хотят заставить окончательно забыть все наши права. Заткнуть рты, поставить стойло и доить, как тех двух коров. Мы должны держаться друг друга. Только вместе мы сила. Всех неравнодушных к нашему общему будущему я жду 7 ноября 2019 года в 8 часов 30 минут утра по адресу город Уральск, 5 микрорайон, строение 12, специализированный административный суд. И помните, нас больше. Вместе мы сила.